Песня не только высокая, но и глубокая. Вот мое впечатление – это каждое слово этой песни. Вот каждое слово этой песни, они настолько из души, от души, о душе. Впечатления невероятные, просто невероятные. Это отвечает глубоким внутренним переживаниям, какому-то такому мира, осознанию, мироощущению. Я не могу повторить хоть одно это слово, как вот поэт это выразил, все, но это настолько то, что есть, то, что на самом деле, и как оно все происходит, это волшебно. А песня называется «Серебристые облака», которые самые далекие, самые близкие для вдохновения.